Мангыстау готовит предложение в Министерстве экологии о взятии памятников природы под охрану государства. Возможно, в перспективе урочище Турэш будет включено в реестр государственного природного парка Кызылсай. К такому выводу пришли специалисты Управления природных ресурсов после скандального факта вывоза уникальных шаровых конкреций из урочища. Похитителям нескольких десятков валунов удалось избежать наказания. Оказалось, что туристическая местность, больше известная как Долина Шаров, не находится в заповедной зоне. По словам экозащитников, подобные акты вандализма не преследуются, ведь особого режима охраны попросту не существует. В 2017 году мы подали заявку на включение уникальных природных мест в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО, в том числе и ущелье Турэш. Однако ЮНЕСКО не поддержала эту инициативу. В дальнейшем будем детально изучать исторические достопримечательности, чтобы внести их в перечень особо охраняемых природных территорий. Для этого необходимо разработать естественно-научные и технико-экономические обоснования. Данная работа будет проводиться совместно с областным управлением туризма.